Всем привет, ребята! С вами я, Коля, и сегодня я, ребята, оказался около домика бабушки Грэнни. И все не просто так, понимаете? В нашей деревне, в которой я живу, начали пропадать жители. За 2 дня пропало 2 жителя. Ну, естественно, все обеспокоены, и все говорят, да это твоя знакомая бабка Грэнни, бабка Грэнни. Но я-то знаю, что вроде как ничего у нее нету. Ну, потому что я часто здесь бываю, вы сами понимаете. И я сегодня решил это проверить. А правда ли ничего нету? Ну, схожу по-дружески, так сказать, и спрошу. Но, ребята, пока я бегу к ней домой, вы сейчас обязательно, ребята, давайте пройдите мой челлендж. А челлендж заключается вот в чем. Вы должны за 3 секунды прямо сейчас обязательно поставить лайк и подписаться на канал. Давайте, ребята, проверим, сможете ли вы это сделать или же нет. Давайте, ребята, я считаю, а вы подписывайтесь и ставите лайки. Давайте 1, быстрее, ребята. 2, быстрее, ребята, давайте. И 3, красавчики, ловите пятюню, кто успел. А я пойду так. Давайте, ребята, сделаем вот так вот. И пойдемте посмотрим, где же там эта бабка. Ну, я без стука войду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Бабка, привет, я в гости пришел. Здрасте. Ко мне нельзя. Почему? Ко мне нельзя, у меня ремонт. О, покажи! Ремонт, я сказала, нет. В общем, бабка, я тебе объясню ситуацию. Насколько мы с тобой друг друга давно знаем, я тебе все честно расскажу. Так, как есть, хорошо? Подожди, сиди здесь. Сиди здесь, говорю. Так, ладно. Ребята, вы там сильно не шумите. Ясно? Да, доделайте потом, если что. Хорошо, стены просверлите тоже завтра. О, ребят, у бабки ремонт идет. Давай. Откуда у тебя деньги на ремонт? Расскажи мне, пожалуйста, я из налоговой. Представьтесь, я налоговая. Тебе это показать? Ладно, ладно, все, не бей меня. В общем, представляешь, в соседней деревне начали жители пропадать. Так, я при чем? И все думают, что это ты. У меня ремонт. Все думают, что это ты, понимаешь? Я всем так и говорю, я всем говорю, что это не ты, мол. Они говорят, сходи, проверь. Ну и послали меня проверять. Я похожу потом, проверю. Слышь, проверяльщик, ты нормальный вообще? Я тебе сказал, ты чё, моему слову ну, не веришь? Ну смотри, я-то тебе верю, но либо я сейчас приду, либо жители придут там с всякими кирками, лопатами. Так и уйдут, я ему строю. Хорошо, я пошел проверю, в общем, ладно. Так, смотри, у меня все никого нет. Так, ага, здесь нету. Так, ребят, где могу побыстрее, у меня ремонт. Ничего страшного. Так, так. Опа, здесь, а, нашел, нет, никого. Так, а здесь? Кого ты там нашел? Так. Ой, ребят, тут какой-то скелет. Так, о, кроватку нашел, никому не нужную. Так. Эй, вы что тут? Это что, охранники твои, бабка? Да, вот и охранник. Еще. Хватит их спавнить. Хватит их спавнить, бабка. Не трать мои патроны, ты потом видишь, я тебя их вычту. У меня так. Жители живут. Я твою кровать забрал, кстати. Ты не против? Так. Да, в общем. Забрал? Ладно, ладно. Я тебя поняла. Давай. Угу. Эй, бабка! Какую ты кровать ты там говоришь, забрал? Ты нормальная? Я сейчас еще одну заберу. Это не значит. Это не. А, еще одну? Ладно. Ай. Посмотрим, кто кого. Ай. Еще хочешь? Ты устанешь. Кровать верни. Я устану? Это что? Ты устанешь, ясно? Ладно, держи свою кровать. Все, ну хватит, ну прекращай. Кровать верну. Все, я дальше пошел смотреть. Так, здесь. Так, мне кажется, тебе пора. Здесь нет. Не-не-не, я повыше пойду по нему. Своим жителюшкам, что ничего у меня нет. А, нашел. Кого нашел? Да, нашел, хорошо. Ой. Беги, нашел, бабка, беги. Да хватит. Беги. Ты, блин, о, нашла. Смотри, вот они все твои. Кто? Где? Покажи. Иди. Где? Что там? Иди, вон, в комнате. Ай, ну, бабка, хватит мне троллить. Я же все на правду знаю. Если не ты, все хорошо. Если ты, ух все, ты, иди. Конечно. Ладно, все, что-то так, там. Дальше иди. Паук живет. Ладно, так. Так. Ты кому там это? Я? Как кому? Кому чего? Скелету. А, ну ладно. Ты еще для кого, что ли, ловушки устраиваешь? Ну да, все. Да, все. Так. Все? Ты это, свалил? Я вообще-то ушел. Хорошо, я закрываю за тобой дверь. Хорошо. На замок. А, вот это, ребята, бабка гостеприимная. Какому она скелету сказала? Ребята, вот это я, конечно, весь в стрелах. Какому она скелету могла сказать, если там живет паук? Так, если он еще придет, надо побольше скелетов тут наставить. Так, ребята, какие... Знает мою тайну. Какие... Тайну? Какую тайну? Так, охраняйте тут и не ходите по дому. Стоять вот здесь. Бабка? Ты что тут делаешь? Я не поняла. Бабка, а я ты тут же, это... Ты же вроде а я решил еще комнату скелетов проверить. Ой, паука. Да, комнату скелетов. Я тебе сейчас тебе покажу это скелеты. Если ты оттуда больше ай, не бабка, не надо. Ай. Конец. Кому конец? Тебе конец, правильно. Так, что там еще есть, ребята?
Давайте посмотрим. Так, давайте, давайте, Это догоняйте паук. его быстрее, А! быстрее догоняйте. Чего? 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 Это они? Кто? Где? Это скелеты! Кто? Это скелеты. Это жители? Нет, ты Это что, кто? совсем? Так. Это муляж. Это В никто. смысле, муляж, Это никто. это настоящая. Это мои рабы. Это настоящая кровь. Рабы твои? Да. Знаешь, что сейчас с тобой будет? Что со мной будет? Ничего. Ты будешь вот здесь рядышком висеть. Давайте. Давайте, моя Ладно, Аня. бабка. Вперед. Хорошо, ребята, Вперед, сейчас она вперед, поплатится за вперед, это. вперед. Давайте, давайте догонять его. Че, я вас зря тут, что ли? Как? Вперед! Так, ты где? Да, я тут, тут. Слушай, ты где? Тут я тут. Тут я тут, тут. Так, ну Тут все. бабушка, тут я. Ну все, какая я тебе бабушка? Я тебе Тут. сейчас. Какую бабушку устрою? Какую тебе бабушку сейчас Старая, устрою? старая, дурная, нехорошая, неумная. Где ты? Так. Ага! Ага! Нашла я тебя. Ну все. Потеряла ты меня, и дом свой тоже. Ух так, и Ничего, скелеты не ничего. помогут. Ничего, А? ничего. Главное, чтобы. Главное тебя поймать. Дом-то это уже на втором плане. А вот тебя На поймать втором плане, это говоришь? святое. Хорошо, хорошо, на втором плане. Так, иди сюда. Это что ты делаешь? На втором плане, говоришь, да? Так, Ага. скелеты. А, вы тут не лазите. Вот вы бестолочь, а. Какие же Прям вы как ты. бестолковые. У тебя такой шанс был. Какой шанс? Иди Ух. сюда. Ух, так, ребята, надо пойти проверить. Стойте. По-моему... Опять эти. Да, ребята, а строителям вообще будем без разницы. Да. Это хорошо, что они сейчас, ребята, ее Я на что алмазы вам разоряют. сказала? Я вам что сказала не сверлить? Вы почему такие тупые? Да Не уж, ребята. сверлить, я сказала. Так, ну она пока отвлекается на строителей, ребята. Нам надо наши вещи взять. Ай, скелеты, скелеты, скелеты. Погодите, погодите, погодите. Погодите, погодите. Хотя знаете, как я придумал? Смотрите. Давайте ее потроллим. И все, ребята. Все. Так, вы за это молодцы. Еще раз вы будете Так, ребята, а отвлекать где? меня от такого дела. А где? А где мои вещи? Ты где? Куда я улетел? Где Куда-то он? я же куда-то Где этот улетел. маленький И тут противный? были мои вещи. Кажется, ребята, они уничтожились. А, А мои где? вещи. Вот он А ты. что там с по скелетом-то? Ага. Ну-ка попробуй, попробуй. Иди-ка Да сюда. поставь, поставь скелетов. Не пон... Так, я не понял. Так. Ты что сделал? Ты что натворил? Бабка, это защита. Ты что, совсем? Ой! 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 Ага, где ты? Эй! Провалился? Нет, я Бабка, тебя не выпусти боюсь. меня, бабка! Я сзади, бабка! Ага. Подними меня наверх! Подними меня наверх, подними меня наверх. А Бабка! зачем ты пришел ко мне домой? Ты Потому какой что муж? я... Потому что Ты я... ушел, зачем ты Потому что вернулся? ты сама сказала, что вот, там жители прячешь, там или что-то, как-то ты спалилась. И я теперь всем Спалилась. расскажу, что это ты. Жди всех! А, да, конечно, конечно, жди всех. Это что такое? Я не понимаю. А-ха-ха. Что ты На сделал? тебе памятник здесь, запомни, я еще вернусь. Так, ребята, к сожалению, я не смог найти свое оружие, мне приходится сейчас уже уходить. Ладно, ничего страшного, я думаю, ребята, за это надо будет ей пожестче отомстить. Узнаем, где ее деревня, ребята, вернемся и накажем. Ух, ну а сейчас я пойду порадую жителей, что вроде как больше, ну, она не должна ну, попадаться в деревню, потому что, ну, сейчас, наверное, она будет занята отстройкой своего дома. Все, ребята, я побежал, а вы сейчас обязательно нажимаете на видео, которое видите на своих экранах, а также подписывайтесь на канал. Всем удачки и всем пока-пока.